В Национальной библиотеке сегодня собрались представители Союза профессиональных писателей. Главный вопрос повестки дня съезда – выборы председателя на ближайшие 5 лет. На пост председателя претендовали трое. Это нынешний председатель Сергей Павлов, Валерий Турга и Геннадий Максимов. Победителя определяли тайным голосованием, им стал Геннадий Максимов. Также на съезде обсудили итоги прошедшего года литературы и планы на будущее.